Окей, чуваки. Ну, я, короче говоря, вернулся, так что продолжим. Сейчас я это самое пока. Ну, запускаю эмулятор. Так что одну секундочку. Так. Я надеюсь, у меня не посбивалось еще ничего, как бы, но посмотрим. Так что. Где мы там остановились в прошлый раз? Я последний раз он как-то вообще потерялся. Что произошло? Но надеюсь, он что-то сейчас будет получаться. Одну секунду. Ага, так. Ну, то пока что сейчас у меня сцена там не та, но я специально я таким образом настроил, чтобы можно было хотя бы это шпилить спокойно в этом соотношении 4 к 3. Так, мы остановились, по-моему, начиная с 26, 24, 26, 22, 23, ага, 23.08. Получается, вот это последний сейф, который был. О, господи, так, стойте, тихо, тихо. Так, сейчас, ребят. Сейчас приглушим. Тут что-то прям орёт жестко. Так, то же самое вам сейчас, наверное, сделаем. Так, Макс, то подскажи, просто что происходит сейчас с этим самым, со звуком? Там сильно орёт или нет вообще, на самом деле? Нормально, все хорошо. Просто вам хочется, чтобы и было слышно нормальную игру и это все. И процесс нормально шел. Так, хорошо. Короче, Чимэк у нас говорит, что надо обыскать тенную кухню и подсобку, получается, со склада, либо же пристройку на первом этаже. Да. Так, ну раз так, тогда пойдем. Так, сейчас мне надо, да, вспомнить управление. Я все забыл на самом деле. Ага, то есть там select у меня на сохранении это стоит. Уже хорошо. Так, что по предметам? Ага, подключаем аналог, уже работает все. Батареек нет? А нет, есть еще одна батарейка. Это была последняя батарейка, черт подери. Так, нам надо на первый этаж. Было сказано kitchen. You kidding me, motherfucker? Whoa, 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 look at that. Так, сейчас. Где-то тут же кухня же должна быть. Let me up! Let me up! Фуф. Так. Нет, по идее, кухня у нас находится либо здесь, либо нет. Не, это не кухня точно. Так, все, я понял. Run room. Я столько уже не шпилил в это дело, что и забыл. Ты что-то в матери все. Так, а что насчет? Так, операционная. Что у нас тут? Ага, да. Я вспомнил, где у меня перемотка находится. Может быть, мне все-таки пройти на первый этаж? Надо? О, ты что тут делаешь? Ты побыстрее давай, ты принеси мне этот самый гранатомет из склада. Ага, точно, да. Так, понятно, короче.
Ну хорошо, то раз так, тогда я думаю, что надо идти, наверное, все-таки на этот. Искать первый этаж. Это ж, по идее, у нас подвал как-то. Так, сейчас пробегу. Так, не, погодите, я промазал. Там была лестница, все. Вспоминаю потихоньку. Так, B1, ну да, вот мне надо сейчас на первый, короче. Первый, и было сказано, что в пристройку в этой самой, в столовке. Столовка, по-моему, находится вот где-то вот там. Если вот сюда пойти, то тут у нас двери широкие должны быть, да. Так, restaurant. Я думаю, опять же таки кухня. Ай. А я тут вообще пройду? Походу не пойду. Черт побери. Ай-яй-яй. Так, стоп. Ну хорошо, но если не сюда, тогда получается сюда надо идти. Да, вот оно. Вот он. Вот он, стволяка. Здравствуй. Так, штурмовая винтовка у меня, короче, теперь есть. И батарейка. Батарейка похожа на плеер Samsung, который у меня был. Кстати, надо будет, наверное, заказать его вон себе еще раз. Хочу наверстать упущенное. Плеер, опять же, на самом деле он хороший тем, что сенсорный и долго работает. Брал, короче говоря, в поездке, это самое, как раз он поездка, как длилась, он 16 часов. И отлично он себя тут зарекомендовал. Так, давай не будем, а? Так, сейчас. Мне бы, наверное, все-таки тут сохраниться. Сейчас давайте так. Можно мне не кушать, а? А? Чего? Вы это видели? А. Так, сейчас, одну секунду. Что-то мне сдается, что это самое. Так, что произошло? Произошло непонятно. Я как-то это первый раз такое вижу. Ну хорошо, давайте загрузимся, что ли, возьмем. Что если просто не заходить в те двери? Так. Не открывается. Так, ну там туалеты. Должны быть здесь у нас офисы. По-моему, если правильно помню. Ага, вот все, короче. По какой-то причине это брать нельзя. Я подозреваю, что проблема, наверное, все-таки в том, что у меня только что отвалился винчестер. Так точно. Так, сейчас, ребята, одну секунду. Надо вернуть это все дело. Черт подери. Короче, блок питания нужен нормальный. Так, диспетчер устройств. Угу. Так, ну что, вернулся? Вернулся. Загружаем еще раз. Ага, теперь у меня тут по какой-то причине пропал сейф этот. Любопытный момент, конечно, но ладно. Допустим, что сохранение. А, хрен с ним, короче, погнали. Мы знаем, куда идти, поэтому не страшно. Thank you.
сдох. Фонарь. Так, не туда пошел, куда-то. А, все, я ж на выход пошел. Не та дверь, короче, извините, я тут перепутал двери, сейчас я зайду, тут пройду. Так, ну и я уже как бы примерно напомню, какая нужна сейчас дверь здесь. Все, так что пошел на кухню. Я взял гранаты, отлично. Так, ну вот, это должно быть эта граната горит, но я должна настрелять ими из гранатомета, говорит. Надо поосторожнее, говорит, потому что их там всего 3 штуки. Это, как бы там ни было, нельзя их использовать, пока я не вернусь. Assault rifle. Дайте мне, пожалуйста, барахло мое, и я отсюда выйду. Так, ну по идее мы прихватили... А, не, у меня... Так, сейчас посмотрим. Полный инвентарь, походу, уже, да. Что мы можем сделать? Не, ну это, конечно, хреново, на самом деле. А, ладно, пускай полежит, короче, я пока не знаю, сейчас мне... Мне кажется, отца будет где-то сточитесь там выбрасывать патроны. Так. Экзит. Патроны на эту винтовку у нас есть. Не, ну это на самом деле, конечно, круто. И я бы хотел сейчас посмотреть, что я там еще. Блин, ну хоть выкладывай, бери. Ну. Или то либо выложить шотган пока что. То выбросить. Тут может ножик выкинуть. Я не знаю. Пистолетные патроны. Ну, пускай, короче, полежит, а там, если понадобится, то мы придем сюда еще раз. Кстати, тебе надо будет он сохраниться, а то я кто-то что-то протупил. И выход у нас сейчас должен быть вот здесь. Откройся. Тут чудом уцелел. Ну, здрасте. Какой он стрёмный тип. Так, по идее, я уже дошел сейчас до этого чувака, который там сейчас есть. А вот он, да. Чё делать, что ты принеси сигнал там это из склада. А где склад? Где находится склад? Я не помню, где находится склад. Так, ну это плохо, на самом деле. Сейчас то мне надо вспомнить, где находится склад. Так, вот карта есть. Ну, кстати, информация есть, да? То есть я могу нажать. Так, power something has something to you. Ага. Так, то есть X. Так, сейчас я путаюсь, короче говоря, в кнопках на самом деле.
Вот он. Так, второй этаж информации нет. Первый этаж информации нет, тоже информации нет. Плохо, что нет обозначений, где что находится. Ладно, погнали назад, чё. Так, warehouse надо поискать. Здрасте. Так, ну, здесь вроде склад. А где же находится склад? Вообще не помню, блин. Стойте. Я, кажется, понял, куда идти. Кажется, понял, сейчас. Поднимись по лестнице. Так, сейчас по идее вот это есть он склад, но я так и не пойму, где искать мне. А вот она ракетница, полный инвентарь. Счет сейчас. В принципе мы можем. Что у нас вообще есть? Так, пистолетные патроны, короче, гранаты я сейчас отдам. Давайте самое такое невинное используем, наверное. Хотя потребуется ж, наверное, сейчас он два там слота да, под все это дерьмо. Прощай. Уф. Так, собирай. Слать, господи. Смотрим вам отсюда. Теперь, по идее, уже пара так полный, короче. Сейчас мы отдадим ему и гранатомет, все на свете отдадим. Это дробовик жал, ты, конечно. Плохо, что тут нет каких-то сундуков под вещи. В смысле, откройте. Так, ты опоздала, говорит. Ты взяла все? Да, принесла. Ты спасла мне жизнь, говорит. Ну теперь, говорит, используй. Это самое, ты надо, чтобы повыносить всех, типа, по врагов то внутри. А, что, я должна это делать? Ну, конечно же, они уже в этой комнате. Ты как я вообще, говорит, это должна сделать? В смысле как? Пальни, короче, в чувака в комнате те гранаты, типа. Но только не промажь, говорит, это последняя граната, типа. Ты прям это самое, говорит, что-то упрощаешь, он слишком, да? Да не говорю, что просто будет, но если ты это не сделаешь, тогда умрешь. Так что давай уже и стреляй. В смысле, не бросай, говорит, что по-твоему, я тут дурака валяю, что ли? Так, ладно, говорит, сейчас все сделаю, но если, говорит, оно до меня доберется, то я же не помру ведь.
что в смысле не помрешь. Так, ладно, говорит, я тебе доверяю, то не забудь зарядить эти гранаты, короче. Ладно, погнали. Это знаю я, сейчас сделаю. Я на тебя рассчитываю. Ну все, тупесос, короче. Так, давайте тут засейвимся. На всякий пожарный. Куда? Куда полез? Так. Давайте пока, наверное, возьму автомат. Пальну автоматом. Ну, как-то так. Я справилась, говорит, да. Не, ну, правда, говорит, это уже не шутки вам. То, походу, то все кончилось. Походу, все кончилось? Да ты издеваешься, говорит. Ты чем занимался вообще? Не, ну ты не злись. Те, что снаружи остались. Да, ты спасла нас, короче. А на верхних этажах? Да, там полно, короче, че врагов у них сейчас, это проблема, короче. Ну, ты действительно, говорит, ты знаешь, как пользоваться с людьми. Ну, прости, говорит, что спрашиваю, но... Вернее, то прости, что я прошу тебя это сделать, говорит, но мы рассчитываем на тебя. Че там мужик вообще... Я так понял, короче, че нам надо будет порастреливать оставшихся, чтобы отсюда выбраться. Что это еще за хрень? What the? Вот это, конечно, криповато. Так, что-нибудь полезное тут есть? Нет? Не похоже. Так, здесь выключатель жахнуть, да? Ну, выключатель там неспроста ведь жахнули, так ведь? Походу зря, ладно. Ну, по крайней мере, хоть свет есть. Так, мне нужен фонарь. Кстати, патронов не осталось, да? Тут пора менять сейчас на пистолет, наверное, все-таки. В смысле? А, все, нам запугали прям что-то. Так, ну хорошо, что хоть свет есть. Теперь, по идее, надо сейчас пробиваться через оставшуюся толпу вот этих всех ребят. Случайно то не свет мне, а нет. Погнали чистить коридоры. Оу. Ну как-то так. Есть кто? Походу нет. Так, стоп. Тут может быть еще на складе
пострелять надо всех. Пойду, короче, там займусь. Куда-то пропал этот черт. А нет, не пропал. Где-то есть. А сейчас мне обзор надо, чтобы был. Где-то есть, падла. Вот он. Так, ну все это. Это, конечно, на самом деле плохо. Так, что мы можем взять? Пока что хотя бы пистолет надо перезарядить. В смысле удалить? Нет. Reload this shit. Так, давай. Целься. Целься, женщина. Вообще не попадает. Еще один. Давай. Так, ладно, я ухожу. Так, давай, целься, целься. Я что-то вообще не вижу, где он есть. И куда ушел? А, вот и где. Вот и где. Негодяй. Угу. Вижу тебя. Так, этот ушел в минус. Тут кто-то еще нет. Так, тут просто мусор какой-то. Что тут будет? Вот это вопрос. Скоро будем проходить еще одну игрушку интересную, там про путешествие во времени. Я здесь потому что то он сказал мне помочь, че, ребят там на этом этаже, но что мне делать? Прости, говорит, но я сам не знаю. Мэг? А, Джек, ты как сюда попал? Ты внутри этой игры сейчас, говорит, да? Ну да, может быть. Тут, по правде, декабря я только запустил. Ну и оказался здесь. Может быть, потому что игра сетевая? Ну, как бы там ни было, говорит, все тут немножко странно. Я иногда не могу это самое понять, что тут настоящее, а что нет.
Ну да, я сам удивлен, говорит, да, в любом случае и странная довольно игра. То вроде бы не ощущается, что я тут чем-то опять-таки управляю. Мэг, берегись. Ты. Чё, я не могу. Это говорит неправда. Мэг. Джек. Мэг. Мы выбрались. Шеф, вы проснулись. Шеф, говорит, доктор Джонс. Что я... Это когда, говорит, я попросил нашего охранника вас забрать, говорит, он сказал мне, что он собирался говорит, меня это самое задержать, я, ну, можно на так выразиться, говорит, все, говорит, работники лаборатории дожидаются сейчас на своих кабинетах. Прямо сейчас, говорит, там все проверяют на наличие определенного вируса. Вируса, говорите? Ну да, мы подтвердили, говорит, что это тот вирус, который убил Роберта. Вы подтвердили наличие вируса? Да, поэтому, говорит, мы берем анализы крови, говорит, у всех работников лаборатории, особенно у вас. Мы хотели поторопиться, говорит, с вашими тестами. Но он не хотел, говорит, это поднимать на уши весь центр, поэтому, говорит, шеф попросил охранника подобрать вас лично, но что, судя по всему, привело к недоразумению. Простите, говорит, но если вы поняли, что это за вирус, то он разве, говорит, то вы не можете, говорит, самое на него отреагировать, не создавая столько паники и путаницы, типа. Мы смогли определить вирус, говорит, но мы все еще не знаем, каким образом то происходит заражение. Да нет никакого способа заражения. Это может быть и вируса, с никакого нет. Нет, говорит, это способ заражения. Ну, шучу, конечно же, там должен быть какой-то способ заражения. Но мы не можем его выяснить именно конкретно под этот вирус. Ну, хватит уже про вирус. Это проклятие, что ли? Мэг, вы что-то часто упоминаете компьютерные программы, говорит, и проклятие, говорит, и вы называете себя еще исследователем. Да, шеф, да знаю я. Да как бы об этом ни было, говорит, мы взяли у вас уже образец крови, так что, говорит, если можете идти, то идите к себе в кабинет и ждите результатов теста. Да, но вирус... Мэг, оставайтесь у себя в кабинете. Хорошо. Ну, хотя бы вышли уже. Я уже думал, мы никогда не выберемся оттуда. Так, ну, пришли хоть в кабинет к себе, но меня беспокоит, что... Лукина опять-таки. Я прошу прощения. Что вам еще нужно? Вы опять меня пришли ли задерживать, что ли? Да не пугайтесь так. Простите за то, что произошло накануне. Я понимаю, что выразился, пожалуй, неправильно. Да, все хорошо. Я вижу, что вы нормальный человек. Так вы пришли, извиниться сюда? Да нет, не совсем. Вообще-то я хотел с вами кое о чем поговорить. И о чем же? Я с вами разговариваю тут, потому что вы девушка Роберта, говорит, я хочу поговорить не о чем ином, как там CDC, получается, но говорит,
мне как-то та странно разговаривать об этом с вами, говорит, но я многое вас слышал, получается, от Роберта. Так вы дружили с ним, типа? Тогда... Чё же вы раньше не сказали? Ну, то есть вы сказали там шефу про там, комнату с архивами? Сказал шефу? Но вы смеетесь. Это... Шеф, короче, постоянно присматривает за этим местом. Типа, я вас то предупреждал, потому что то был уверен, что то если вы зайдете, то не знаю этого, как бы, то понятно, ну что будет. Но... так, ты много вам рассказать не мог, то поэтому вот так уж и получилось. Закон на то постоянно присматривают? Она что, прослушивается? Она таким занимается, что ли? Может быть, да. Ты как бы там ни было, Роберт начал это расследование по поводу, короче, подземной на лаборатории, говорит, и он добрался до архива, потом до подвала, короче, говорит, и я начал беспокоиться, потому что вы по сути сделали то же самое, так что я пришел сюда. Понятно. И так Роберт увидел, значит, все, да? Угу. И он начал частенько посещать подвал в этом центре. Он начал говорить, что в лаборатории есть кое-что. Он также сказал, что то в подвале находятся пациенты и что там есть скрытая комната. Но он так туда не попал. И мы пытались найти там способ попасть в эту комнату. Да, точно, там же должно быть что-то вроде этого. Если бы только был способ туда попасть, говорит. Ну, такие способ есть. Мы про это так последний раз разговаривали, или когда я видел Роберта. Если мы выключим электричество во всей лаборатории, то мы сможем отключить все замки, получается. И вы сможете туда вернуться. Но это довольно грубый метод. Но вы уверены в этом? Да, уверен. Я в конце концов уже начальник охраны, как бы я ж тут читал типа руководство, чтобы проверить все это дело. Однако есть одно условие. То через 3 минуты после отключения питания некоторые сети освещения, получается, и охраны переподключаются заново. То через 3 минуты, ну тогда. То тогда полку мало. Разве что, говорит, вы сможете идти обратно, то вернуться за 3 минуты, короче говоря, при выключенном свете. Ну да. Но если вы все равно пойдете, говорит, то я вырублю, говорит, свет, но возможность у нас только одна. Если не получится, то и шеф узнает об этом, говорит, и я уверен, что нас всех. Ну, да. Так, ну, конечно, я пойду, господи. Там все хорошо. Я тоже могу, короче, вырубить свет, если что, надо будет. Вырубить свет? Да, не глупите. Вы даже безопасно отсюда выйти через комнату не можете. Если ли кто-то... Окажется рядом, это там вызовет подозрение. Так что не переживайте, типа не по поводу питания. Но тогда я же вам тогда доставлю проблем, типа. Ну хорош уже. Роберт помер. Я по-вашему не сожалею о его смерти, что ли? Я тоже переживаю, как бы. Я хочу разобраться с тем, что он там расследовал, получается, до конца. И то, будь я умнее, я бы и сам это все сделал. Мне жаль.
Вы правы. Но если шеф... у шефа фан возникло подозрение, короче говоря, то проблемы будут и у вас. Я тогда займусь, короче говоря, питанием. Да хватит уже. Я вырублю для света это самое. Это таково мое условие, короче, в этом плане. Как бы в этом ни было, вам нельзя покидать эту комнату. Так что я сегодня вырублю свет вечером, короче. А если, говорит, то пропадет свет, то в здании то будет кромешная тьма. Так что вот вам батарейка. Да шо ж ты такой упертый, как баран там? Да хватит вопросов. Так вы то сделал, знаете, говорит, или нет? Хорошо, говорит, ладно. Ну хорошо, что тогда тут сидите, тут тихо, короче. Начнем сегодня в 3 часа. Судя по всему, у вас уже есть инфонарик, так что вы сможете воспользоваться батарейкой, в общем. А что касается всего остального, я на вас рассчитываю. А, кстати, подождите. Чё еще? Спасибо. И да будьте осторожны. Да хватит уже. Я это делаю ради Роберта и для себя лично. У меня есть девушка по имени Кейти, так что я тут не могу особо разгуляться. Кейти, говорите? А, понятно, так вот оно как. Вы, ребята, так, хорошая пара. Я на вас рассчитываю, ради нее же. Да, знаю, я потом все поясню Кейти. Так что рассчитываю на вас тоже. Господи, какие диалоги длинные. Ну, я не знаю, чат. Отчет. Я смотрю уже час, тут 20 ночи, пора бы, наверное, все-таки мы заканчивать, как раз мы дошли до логического завершения еще одной главы, поэтому давайте так и оставим все. Так, в следующий раз уже будем не вырубать питание, там проходить подвалы там и прочее, в общем, когда уже появится самое время на это. А на этом пока что все. Всем спасибо и спокойной ночи всем.